напевно, найцікавіший і найепічніший момент у нашій історії України. Адже згадаємо, 1060-ті. Ми спеціально зараз не покажемо нашу гостю, тому що ми будемо сьогодні говорити про кінематограф. Так от, щоб ви розуміли, коли знімали «Зоряні війни», представники «Лукасфільм» приїжджали на кіностудію Довженка, аби зрозуміти, як же ж так, що у них є метод блуждаючої маски, а ми його не розуміємо. Наталя Кондрашова. Оксана Кондрашова, вибачаю, чого я хотів сказати Наталя? Не знаю. А я знаю чому, тому що у вас був колишня студентка, оператор-постановник нашої студії. Пані Оксана, доброго ранку. Наталя. Да, добре утро. Доброго ранку. Доброго. Дякую вам, що розділяєте цей ранковий ефір разом з нами. І все ж таки, дійсно, хочеться поговорити нам про все, про те, що кіно теж змінювалося, як і змінювалися ми. Чи можемо ми взагалі попросити у вас, щоб ви сказали, що взагалі розпочиналося? Які жанри, можливо, якась особливість була? Про що знімали? Понимаете, учитывая то, что у нас всего 30 лет, да, мы такие молодые, нам независимость Украины, и так хочется много всего сказать, вам очень быстренько рассказать, что и это все уместить в 20 минут, конечно, очень мало, потому что все-таки хотелось бы, чтобы Украины намного больше и классно было. Но если так подрезюмировать, то 1991 год. У нас практически нет вообще залов, у нас нет кинотеатра, у нас вообще нет кинопроката. Только в 1995 году у нас вообще существовал эмбарго на американские фильмы. Американцы сказали, пока не выдадите закон об авторских правах, мы вам вообще ничего не дадим. И в 1995 нам дают добро, и в 2000 год, вдумайтесь, мы начинали с 12 кинотеатров всего лишь. А сейчас, на сегодняшний день, у нас их 191 и 590 залов. И планируем к концу года все-таки при ковиде, при всем остальном, мы все-таки планируем еще 26 кинозалов открыть. И, как говорят наши аналитики, что к 2025 году у нас, ура, аллилуйя, будет 800 залов. Мы уже приблизимся к чему-то. Вообще не очековано. Но наш кинематограф, вообще и Украина переживала очень много таких этапов очень интересных. У нас начался прокат, у нас началось все развиваться. В 2006 году у нас вводится закон про украинский дубляж. Было очень много прений, дистрибьюторы говорили, нет, зритель не пойдет, этого не будет, это все тяжело, тяжело, тяжело. Но к 2008 году все-таки мы уже этого добились, все кинотеатры. То есть все дистрибьюторы периодически перешли. В 2010-м им дальше освободили от НДС, все очень хорошо. Билет у нас стоил тогда где-то около 4-5 долларов, на сегодняшний день 7-8-9. Uh-huh. Если раньше зритель у нас, ему было достаточно попкорна, и он довольный был, идет, то сейчас уже нет. Сейчас у нас развиваются отрелюксы, сейчас мы хотим... Хотела вам быстро показать, очень была классная вещь, когда на презентации делали, что у нас уже выбагловый глядач, да. Он уже хочет чего-то необычного, интересного. Хочет шоу. Хочет шоу. Вот смотрите, в частные капсулы в Париже, вот Париж планирует делать вот такие вот, вот такую вот красоту. Друзья, давайте выводим это зараз на головный экран. Вот такую вот красоту, и они хотят уже, да, рестораны, и хотят уже вот такие вот капсулы, или, допустим, вот такую вот красоту. То есть уже просто взять ведерочко попкорна и кока-колу наш народ уже не хочет. Если он идет в кинотеатр, то это реально зрелище, это реально такой культурный поход всей семьей. И если раньше у нас там есть график, мы покажем о том, что как у нас зритель молодой как ходил, то вот в последнее время и ковид дал, наложил свой отпечаток. То есть сейчас 50 на 50. 50, когда люди идут в кинотеатр, 50, которые остаются дома и реально хотят посмотреть онлайн, экстрим на каких-то платформах и все остальное. Если раньше у нас преобладали комедии, народ ходил на комедии, то вот последний год, хоть он и ковидный, да, он показал, что все-таки сейчас у нас преобладает экшен. То есть прошлый год это «Джентльмены», они побили все кассы Гая Ричи. Это гениальное кино. Вообще просто. «Джуманджи» был на третьем месте. Вторая часть, да. Да. Ну, але вона якась специфічна. Да, і у нас дуже великий рейтинг займають франшизи. Тобто, от «Мстителі», потім «Звездні війни». Вот у нас народ більше любить вот это вот все. Тобто, їм це все нравится. Хоча в 2009 году у нас відкрився перший 3D-зал. В 2009 ми відкрили перший 3D-зал.
А 2009, помните, это экономический кризис, все бабахнуло. Нам тоже опять было тяжело, опять вставали с колен, опять все было очень жестко. Опять народ не ходит. Сейчас ковид, опять сети плачут, поднимаются, просят: зритель, пожалуйста, приходите, поддержите, помогите. Действительно, чтобы сети не упали, но... Тем не менее, они в убытке не останутся, хочу вам сказать честно. Все-таки нет просто такого. Мы решили, мы пошли. Это все-таки пытаются дистрибьютор, пытаются сети привлечь тем, что не просто это рядом возле дома, а это и шоу, и услуга, и какой-то, может быть, Спэч. Да, экшен. И в то же время, вот вы заметили, вот эти все каплы, все, они все равно идут к тому, что все говорят: вот, кинотеатры закроются, все будет роботизировано, все это самое. С самого начала открытия кинотеатра все равно все говорили, что это не выживет. Все равно люди будут хотеть чего-то. Люди... Кинотеатр — это то место, где ты после этого чувствуешь драйв, чувствуешь эмоции, да, рядом с зрителей. Да. Так уж важливо. Ты можешь как-то обсудить, да, не знаю, человека рядом, там поговорить, ну как вам, зашло, не зашло. Но все-таки это не то, что ты дома посмотрел, да, да, почувствуй, да. Вот я помню, мы когда пришли на премьеру «Джентльменов» Гая Ричи, это было просто. Народ встал, аплодировал, все потом очень долго еще в фойе как-то обсуждали. Ну то есть это дома ты этого не почувствуешь. Поэтому фраза о том, что нет, вот зачем строятся новые залы. Нам еще очень-очень далеко до европейских стандартов, сколько должно быть количество залов на душу населения, мы все равно к этому еще идем. Ага. А вот мне цікаво, пані Оксана, мы зараз подивилися презентацію «Це Франція», так? Да, і... да, вот они планируют, да, такие делать якщо, капсули. А наприклад, ми в Україні зробимо щось схоже, тобто якось так менше соціалізовано це все буде, там одна капсулка, друга, третя. І чи цей аспект в плані бізнесу зіграє на те, що касові збори будуть підвищуватися? Вы знаете, вот перед тем, как ехать к вам, я вот именно слайд, вот эту презентацию попросила. У нас есть наши партнеры, это Кинопрокат, Гена Романько. Это, ну, я бы сказала, такая одна из самых больших компаний, которая делает кинотеатры под ключ. Так. Вот они большие молодцы, они ездят в Гонконг, в Сингапур, на все выставки, они закупают самые новые последние кресла, все вот это, все технологии. И он, когда приехал, он делился мне впечатлениями после Барселоны, говорил: боже, Ксюша, это просто мега, если у нас действительно реально кто-то захочет, и это будет классно, ну, то есть Украина, тут европейские страны выделяют столько денег, это будет мега, мега-контент. Главное, чтобы нашлись инвесторы, которые действительно в это поверили и захотели. Это как, помните, ресторан в воздухе? Да. Угу. Это же, ну, у нас почему-то, да, это еще не пришло. Но это круто, согласитесь. И люди готовы платить там по 100, по 200 долларов, да, только бы почувствовать эти эмоции и пережить эти самые. То есть это будет... За эмоции платят люди. Мне кажется, что да. Не столько за фильм, столько за эмоции. Так, друзі, ми тут, ви знаєте, не дарма згадали про те, що у нас був ресторан в повітрі, і таким чином, я пам'ятаю ситуацію, це, здається, був або 2012, або 2011 рік, коли щось зробили подібне. Там багато брали участь зірки українського шоу-бізнесу, проте якось не прижилося. Повертаючись до теми кінотеатрів, хочеться зараз поставити вам запитання. На вашу думку, як краще? Давайте влаштуємо таке собі соціальне опитування. В Інстаграм або давайте на Фейсбуці, або під нашими коментарями на YouTube пишіть. Як для вас краще, от враховуючи пандемічні реалії, враховуючи те, що як не крути, а нам потрібно турбуватися один про одного та про власне здоров'я, чи буде краще, якщо в українських кінотеатрах будуть такі, знаєте, маленькі капсулки, там 2-3 людини, щоб сім'ями могли ходити. І чи все ж таки потрібно залишити ось ці місця і цей багатий зал? Як ви думаєте? Я, если честно, была за, когда было в шахматном порядке. Я понимаю, что это для кинотеатров был минус, но мы теряли деньги, то есть они теряли. Но если честно, то я человек, который вот... Я не люблю, когда вторгаются в мое личное пространство. И мне нравилось, когда есть вот эта дистанция, и ты сидишь вдвоем, и возле тебя нет. Поэтому я люблю за это планету кино. Я хожу туда в релюкс, потому что у них сделано вот так. И ты находишься сам, и тебе, ну, с
со своим партнером, ребенком, другом, и ты, ну, мне нравится. Ви знаєте, в мене одразу є запитання про те, що ви кажете, вам комфортніше, коли ось так, і взагалі про культуру того, як, ну, українці ходять в кіно. Я, наприклад, 100%, ось, да. Я пам'ятаю про те, що нам кажуть, що взагалі в кіно потрібно приходити і сидіти від початку до фінального титру. У нас часто люди стають і виходять. А те саме, що кажуть, не можна взагалі їсти, бо це якби кіномистецтво, це як музеї. Але, ну, теж звикли, що треба їсти. От можемо поговорити про культуру? Я з вами повністю согласна, тому що, ну, воспитується у нас, щоб ми в кінотеатри почали ходити, як в театри. Красиво одягались, не ставили, люди вкладають стільки грошей, не ставили ці кросівки, да, на близлежащий ряд, там, де, извините, люди сидять. Тобто це все-таки культура, яка повинна воспитуватися, і мені кажется, що наші кінотеатральні сети, вони немножечко підводять к этому, где-то как-то йдуть, вони как-то реагують, можуть, ну, може бути, где-то делать нужно замечание. Или я даже заметила такую вещь, что чем стоит дороже билет, тем, мне кажется, туда уже ходят более, ну, такие, я бы сказала, не то что воспитанные, да, а зрелые такие люди, которые понимают, что, ну, ну, все-таки вы заплатили деньги и относитесь к этому. А пример по поводу титров был очень интересный. Мы пошли на «Черную вдову». Ага. Это была последняя франшиза, где Скарлетт Йоханссон, все, она закончила с Марвелом уже работать. И у меня подружка, я, мы тоже собираемся, идут титры, собираемся вставать. И мне двойка, конечно, аналитику с 15-летним стажем. Вот, и мне Мирослава сидит и говорит: «Ксюша, куда ты встаешь? Это же Марвел!» Я такая: «Точно, стоп, а Марвел как делает? Марвел проходят титры полностью, так. И они дают еще минут 5 фильма, так. И это минут 5, вот эти, это получается, зритель понимает, что будет в следующей части». Класс! Понимаешь, то есть если те, которые дождались, они выждали, они посмотрели, они понимают, что да, реально там Скарлетт Йоханссон убивают, и вот эта ее сестра будет за нее мстить. Но осталось в зале буквально там 4-5 человек, которые вот это досмотрели, это поняли, и потом запостили. А вы знали вот действительно, что Марвел делает вот такие концовки? Вот тобто... наше ви... Я, конечно, вибачаюсь, наше ви мені про це сказали? Я ніколи титри не додивлявся, тільки починаються титри, вот. Бац, уже з кінотеатру. Вот. А теперь... я, до речі, от про Марвел це я весь час, я теж один раз вийшла, потім дивлюсь, люди не виходять, і з того часу зрозуміло, що треба залишатися. Це такий хід для того, щоб все ж таки поважати тих, хто створює фільм, і продивитися до кінця титри, просто на них посидіти. Да, ну і плюс це їх фішка. Вони як-то вот так вот это ввели, і тепер уже, ну вот, я сказала би, фанати Марвела, які вот слідять за всіми їх героями, вот вони дійсно роблять вот таку вещь, яку потім це все бурно в соцсетях і в цьому обсуждається, а ви видели, ага, значить буде вот так, вот так, вот так, вот так. Пані Оксана, от мене цікавить такий момент. Я пам'ятаю от там своє дитинство, так, коли фільм був і «Суддя Дред», ну такі от бойовички. Да. Зараз ми кажемо про те, от, згідно аналітики, що також заходять бойовики. Ну, я би сказала, не бойовики, все-таки екшен, Макс, да, все-таки екшен. Смотри, «Джентльмени» – це все-таки екшен. Ну, все-таки такий, я би сказала, ну, навіть не психологічний такий, да? Вот. Тонкий, такой подводящий. Британский гумор. Да, ну так подумать зрителя о том, а где хорошо, где плохо, где и как. Ну да. То есть очень тонко, но он это подвел, и очень этот. Вот все-таки вот такой экшен заходит. Вот. Угу. Тобто все ж таки він виходить трішки змінився, тому що, ну, от я режисер за освітою, і я розумію просто, що настільки воно все тісно переплітається, ось цей кожен жанр, екшен, комедія, драма. І я от намагаюся зрозуміти, наскільки сильно змінилися смаки аудиторії. От якщо ми, наприклад, візьмемо там, ну, давайте зараз не про кінотеатри, а про власний перегляд там, наприклад, да. Так? 91-й рік, ну це там Брюс Лі 100%, да. Я вже потім народився 93-й. И вот насколько сильно изменились эти смаки аудитории? Сейчас в связи с кризисами и всеми ковидными ситуациями у нашей компании больше заказов от именно мейджеров, да, которые мы делаем аналитику там, допустим, больших блокбастеров, ну и фильмов там Warner Brothers Украина, там Disney Украина, Sony Украина. И я заметила такую вещь: если раньше ужастики не заходили, то вы не представляете. Сейчас просто повально все вот эти звонки, два, все да. Это. Я смотрю кассы, то есть отчеты по городам, и народ у нас обожает это все. То есть прошлый год «Джокер». Так. Побил рекорды? Ну, он был после «Джентльменов». Он был на втором месте.
В принципе, это и не дивно. Ну, он такой, ну, как вы его назовете? Психологический, не психологический, какой вот? Вот он? Психологичный. Триллер, да, вот так. Он где-то вот такой вот грузящий, где-то да. Его народ не драма, понял. Драма, она весь да, так сказала. Этот. Ну, то есть вот он разный, но он почему-то был на втором месте. Так, а теперь давайте про... Прийнято вважати класику українського кінематографу і світового фільм «Земля» Олександра Довженка. Да. От на вашу думку, мене зараз суто експертна думка цікавить, якби зараз не саме не для нішевої аудиторії, а для масової показати «Землю» Довженка, як ви думаєте, сприйняла б публіка, був би попит чи ні? Я думаю так. Я не хочу, конечно, сравнивать с Целиной там Шолохова, но ее же все-таки взяли, пересняли на новый этот. А у нас киностудия Довженко, у меня был период, когда я там немножечко работала, занималась оцифровкой вот, старых фильмов, чтобы они не пропали. Этот. И мне кажется, что если бы мы не только ее оцифровали, оцифровали это для истории, это бы осталось. А если бы вот сейчас кто-нибудь из наших режиссеров взял ее, подал ту же историю, ту же это, не надо ее переделать на сильно современный лад, как там Кайдашеву семью, допустим, да? Угу. Но все равно как-то вот приблизить к Довженковской, но сделать ее ну, немножечко осовремененной, немножечко такой нашей. Вот. Угу. Мне кажется, он бы очень зашел. А дивіться, ще запитання стосовно, якщо ми можемо проглянути трішечки по роках ось, да? Да. А Максим сказав про Довженка, а от саме поговоримо про українське кіно. В якийсь момент я не спостерігала за українським кіно, зараз вже є і будуть люди із Кайдаша спіймати Кайдаша. Ну, це більше ТВ-проєкти. Що-що? Це більше ТВ-проєкти. Так, а от саме якщо поговорити про кіно, чому я кажу, що я дивилася тільки серіали «Додому», «Погані дороги», «Мої думки тихі», взагалі трохи артхаус з'являється, то ось цей проміжок між землею і думками тихими, наприклад, що було в цей момент? Ну, вспомніть «Байрак Аврора», це був перший такий фільм, який ну, реально пішов в кінотеатр, в нього вложили гроші, і він реально показав, що ми можемо. Байрак Оксана вообще большая молодец тогда, и что мы будем снимать украинское кино. И только, ну, я бы сказала, может быть, последние 3-4 года у нас как-то выстреливают фильмы украинские, которые вот когда Держкино выделяет деньги. Ну, видите, у нас как-то... Больше тематика такая. Или мы снимаем комедии типа «Скаженного Василия», 2-3, все так далее. Или мы идем на нашу больную тему, это там Черкассы, Донбасс и все вот эти войны. То есть у нас пока не получается, вот, ну не знаю, может быть мы еще не выросли к этому, не доросли. То есть у нас идут вот такие вот две ниши, которые вот заняты у нас в съемках. От ви цікаво кажете зараз, що ми ще, можливо, не доросли. І от коли, ну на вашу думку, через кілька років ми підійдемо до того, що ми підемо на українське кіно, в кінотеатр, не як «Скажене весілля», а щось з такого більш масштабного плану, між щось глибоке, і коли український глядач буде ходити на своє, що потрібно, скільки часу? Мені кажется, що зритель уже готов к этому. Ага. У нас ще не сформувалась, простите, конечно, база тих вот молодих режисерів, які візьмуть, ну, нету, не должно бути такої позиції, що я хочу снять что-то, я прийшов в Госкіно, я попросив деньги і защитив проект, вони, естественно, смотрят, насколько это коммерческий проект, насколько это будет выгодно, удобно, и сколько денег потом вы вернете. А мне кажется, что, может быть, государство имеет смысл, если действительно это классный проект, просто отдать деньги, не ждать возвращения, но для того, чтобы режиссер представил такой фильм, который не стыдно нам было показать там в Венеции или... На кинофестивале. Или, да, в Берлине на кинофестивале. Я не говорю про Каны, я говорю хотя бы там венецианский или берлинский. Вот и реально это, да, наши там участвуют, это, ну, действительно же такая полномасштабная такая история, очень интересная, как... Дівчата, є приклади. Фінальне питання. Я пам'ятаю з історії кіно, коли золота ера Голлівуду розпочиналася, да. Так, золоті правила роботи. От чого нам реально в Україні не вистачає, аби зробити в нашій державі настільки мощне виробництво власного контенту, щоб підкорити повністю світ?
Ой, нас еще очень много. Мы только вот законы приняли. Мы только там от НДС начали освобождать буквально немножечко. Мы только начали своих... Нам очень много еще нужно. Нам нужно создать большую базу. Нам нужно помогать действительно реально талантливым режиссерам, которые не уходили бы куда-то в соседние страны, где они будут снимать. А нам нужно, наверное, помогать, чтобы этот контент потом продавался, а не студии сами пытались искать и продавали. Ну, то есть мы еще очень молодые. Мы как маленький ребеночек, который делает первые шаги, наша Украина. И я вообще думаю, что вот когда нам будет там 40, мы снова встретимся в этой студии, и потом поговорим, и Макс скажет, ну что, пам'ятаєте, пані Оксана, ви мені казали. А Макс сидить в власній студії, і ключі так круто. Як маршрутчик. Вот, видишь, Макс, у тебя очень амбициозные планы. Через 10 лет уже у тебя свое ТВ. Вот, и мы будем надеяться, через 10 лет, ладно, я не буду міністром культури. А що, було б непогано? Ну, мені здається, було б дуже непогано. Ну, серйозно. Пані Оксана, ми вам дуже дякуємо, що ви розпочали ранок і день у нашій компанії. Ну, прийнято вважати до 12-ї ранок. Так. І все ж таки, поговорили про кіно, зрозуміли, що ми зараз на етапі. Робимо перші кроки, давайте робити їх впевнено. До дня 30-річчя України підготували цей прямий ефір. І, друзі, важливо перейти на YouTube-канал і підписатися. А мене звати Макс Сербін. Мене звати Ангеліна Таран, і ми дякуємо вам, що ви завжди з нами. І святкові дні, і вихідні, і в будні. Ми намагаємося робити так, щоб вам було весело та корисно.